Анна Демірполат – сімейний психолог, арт-терапевт, є учасником проєкту благодійного фонду Life Changer, що надає соціально-психологічну підтримку родинам, які опинились в скрутному матеріальному стані. Доброго ранку. Тема дійсно жахлива і важлива водночас. От перш ніж ми будемо, я буду вам ставити питання, хотілося б, щоб ви прокоментували ці випадки, що от буквально трапилися один за одним у нашій країні. Ну, один известный случай, когда мама избила ребенка в супермаркете, так, насколько я поняла, да? Здесь такая вот интересная образовалась такая психологическая ситуация, да, где мама на самом деле относится к ребенку, как относится, да, то есть это видно. Скорее всего, что такие, конечно, избиения есть и дома. Да. Но очень старается, вот другая параллель, да, очень старается показать себя хорошей мамой. Настолько старается, что ведет блог, показывает себя в обществе, да, насколько ей хочется действительно быть хорошей мамой. Но при этом как бы такой хороший очень посыл, он как бы вошел в такую цепочку, в связь, в получение признания от общества своей хорошести. И вот именно тогда у нас в психологии говорится о том, когда мы в обществе пытаемся показать себя, какие мы хорошие, какие мы идеальные, какие мы старательные родители, и туда повели, и то сделали. И вот как бы, да, то есть представляем себя в попытках получить на самом деле то, что мы когда-то недополучили. Что такое признание? Что такое внимание? Это некий такой, ну, собственно говоря, это любовь. Некоторые суррогаты любви, да, получить только его не где-то там, где я могу сам себе его организовать, а получить его в обществе. И в результате у нас как психология есть такое понятие, как тень. То есть внутри человека формируется другая его грань, абсолютно противоположная. И вот с этой мамой это и случилось. И очень часто как раз и есть проблема с агрессией сегодня, да, это про то, что есть некий образ, какой должна быть, каким должен быть идеальный родитель. И родители неимоверно стараются этот образ, этому образу соответствовать, учитывая, что были, ну, старые времена, скажем так, можно было еще по учебникам по психологии, да, где-то почитать, что ребенка нужно поставить в угол. То есть... Інколи, от, знаете, там дідусі наші батьки кажуть, ну, не зайве, там може ремінця десь дати по попі трішечки. Да. То есть считалось, и действительно очень многие люди пострадали от того, что их дома били, да, от сильно повышенной агрессии. И как бы сегодня они пытаются заместить вот тот образ, не быть такими, как их родители, а быть очень хорошими. И в этих попытках они на самом деле заигрываются в этот образ. И сами не замечают, как становятся на самом деле жесткими к своим детям. Поэтому здесь вот эта вот игра, когда родители этого не замечают, нужно как бы действительно остановиться и обратить внимание, что я делаю. То есть перед кем я так стараюсь как бы, да, быть таким хорошим, когда важно мне быть самым хорошим именно со своим ребенком. Ну, як стримувати агресію, тому що ми зараз не будемо говорити про ідеальне. Всі ми батьки, в нас є порив, тому що діти, вони теж не ідеальні, десь вони там щось не те зробили. От як себе стримати? Вот ну, перше, да, признати в собі те, що я не ідеальний. Вот то, що вот это во мне. То есть, если я уже срываюсь, если я уже кричу, ну, в первую очередь, не виноватить себя дальше, не стыдить себя дальше. Если уже обратил на это внимание, это уже шаг, поворот к чему-то другому. Да? Здесь насчет сдерживания агрессии, ее очень крайне тяжело сдерживать. Если говорить про детей, то, например, до где-то возраста 9-10 лет они, в принципе, не могут регулировать агрессию так, как может это делать взрослый. У них волевая сфера еще недоформирована, и поэтому, когда родители ожидают от ребенка в его истеричном каком-то поведении, что он сейчас остановится, это полный нонсенс. Он не может затормозить эту эмоцию. Что такое эмоция вообще злости? Да? Ну, во-первых, это не есть плохая эмоция, это естественная природная реакция. И в отношениях ты больше батьков у детей. И в общении тоже, да, мы все испытываем эту злость. Когда мы испытываем злость? Когда что-то не по нашим правилам, а когда что-то не по нашим ожиданиям. И точно так же это у детей, да, когда им ставишь какие-то правила, им что-то не нравится, требованиям что-то не нравится. Когда, соответственно, ребенок как будто требует что-то свое, нам тоже это не нравится. Это естественная реакция агрессии, да. Так, единственное, что взрослый учится этой агрессии что-то как-то делать, да, управлять. Но здесь нужно понять, вот самое главное, да, что это такая цепочка. Ребенок агрессирует, и я как бы агрессирую. Но на самом деле любая эмоция происходит внутри нас.
И на самом деле что-то происходит, не просто вы недовольны ребенком, да, на самом деле недовольство столько накопилось внутри вас самим собой, со своей жизнью, что это недовольство уже может спроецироваться, называется у нас в психологии, мы находим на ком-то, куда вылить вот эту агрессию. Поэтому всегда такие эмоции очень сильные, особенно когда, ну, действительно, очень много напряжения, например, у мамы или у папы, да, раздражение, то есть, да, то есть, когда вот действительно очень много, например, родители приходят и говорят, я вообще срываюсь на всех кричу, да, то есть в моей жизни сплошная вот эта суета, да, мне да, все не нравится. Это же маркеры, показатели того, что эмоция, всплеск эмоций, взрыв, вот эти сейсмические толчки уже про то, что напряжение, как, знаете, вулкан, да, вулкан он же не взрывается просто так. Сначала какие-то сейсмические толчки, то есть какие-то подсказки, что в жизни что-то не так. И, конечно, родитель, если кричит, вот особенно, да, много, то обратить в первую очередь нужно внимание на себя, да, и посмотреть, что в моей жизни происходит, дать ответ, что стоит за этой эмоцией. Я предлагаю вот родителям простые такие вопросы. Да? Во-первых, заметить эту эмоцию, что я злюсь. Да, ребенок злится, но я тоже злюсь. Что со мной происходит? Да? То есть ребенок может участвовать в этом, но в первую очередь, что со мной происходит? А какая ситуация сейчас у меня в жизни? Что сегодня было? То есть и что мне вообще на самом деле сегодня, может в сегодняшнем дне, может вообще в ближайшее вот время, да, то что мне сейчас очень важно и нужно, того, чего у меня сейчас в жизни нет. Ну це треба навчитися себе стримувати ще, тому що це з одного разу так не вийде, коли ти дитині кажеш, а ну сідай за уроки, потім тон все вище. Да. От взагалі, чи можна виховати дитину без покарань? От що воно таке покарання і які вони мають бути, якщо вони допустимі? Ну, во-первых, что такое наказание? Наказание, если оно делается с жестокостью, да, то есть вот крик, который, ну, смотрите, представьте себе, что на вас, вот мы сейчас сидим в студии, на нас стоит большая собака, здесь и лает, комфортно нам будет, и просит от нас, а ну-ка, девочки, говорите красивее, или там сядьте поровнее, или еще что-то, да, и лаем это все криком. Абсолютно, да. Да, то есть, да, эмоция сопротивления тут же включается, особенно, когда у нее еще требования, там, одно, второе, третье, четвертое, да, это невозможно. Можно выполнить спокойно. Поэтому, в принципе, возможно добиться, конечно, чего-то. Что такое наказание? Наказание – это для ребенка, и, может, мы так воспринимаем, что наши просьбы – это и есть как будто наказание. То есть, и ребенок может так это воспринимать, да, что ты должен сейчас это сделать, это как будто как твое наказание. Ты должен научиться, например, там, сейчас убирать за собой со стола, мыть посуду или еще что-то, да, новые требования у ребенка. И это как будто наказание. Ну, то есть, и можно этим и наказывать. Если не уберешь, да, то значит, вот если не сделаешь что-то, я тебя накажу вот этим. Вот. Анечко, у нас є опитування з приводу того, що миколаївці думають про покарання дітей, а потім ми продовжимо хорошо, з вами. Хорошо. Добре? Ну, звичайно, можемо по попі сідати, там, покричати, однак так бити не будемо ніколи. У мене двоє взрослих дітей, двоє внуків. И чтобы вот так вот бить, вообще, я хочу сказать, и кричать не надо, когда ты говоришь тихо, спокойно, ребенок тогда больше понимает, чем когда ты кричишь. Я думаю, что потрібно розмовляти, по-перше, з дитиною. Бить я ні до чого доброго не доводить. Це моя така думка. Ми практично... Іди сюди. Пішов, бабушка. Практично трохи отримує, ну, у нас так, тільки як наглядний приклад. Ви повинні його виховувати, як вас виховували, нельзя його бити. Мене не били в дитинстві, мені просто говорили, не треба так робити, показували пример. Ви повинні показувати пример, як треба бути в суспільстві, і все. Батько ні разу, мама десь так отримувала в своїй молодості трохи так, да? по дитячому було. Ну, щоб так сильно, ну ні, в основному вона в нас так, вона, до неї не можна було підходити другий раз, якщо вона сказала ні, значить це ні. Білі, ну не так жорстоко, це тоді воспитання. В цьому випадку, ні в кому, у мене золоті батьки були, взагалі, ну, папа у мене теж бувший воєнний, і хоча прикази були, але він завжди говорив тихо, внятно, всі наші друзі, от, моєго покоління, всі його вспоминають до сих пор. Він говорить, коли ти внятно і добре говориш, чоловік тебе більше розуміє, ніж коли ти кричиш. Ми
бачила опитування в Миколаївці, кажуть, що їх не били, карати не можна. Я почитала дуже багато відгуків батьків про те, що ну не можна не карати, тому що тоді дитина є розбалуваною. І, наприклад, якщо вона щось зробила, я їй кажу прибрати, вона не прибрала. Якщо це спустити на нівець, то дитина виросте розбалуваною. От як балансувати в цьому напрямку, в цьому питанні? От якраз ми про наказання почали говорити, так? Знаменитий педагог Сухомлинський говорив, так, що наказуєте з любов'ю в серці. То есть такие наказания будут, скорее всего, не наказаниями, а ограничениями. Ограничениями в том-то, в том-то, в том-то. Да, это как некое ограничение. Потому что ребенок, к сожалению, да, то есть, или к счастью, да, если он не будет получать вот этих вот ограничений, то, соответственно, его развитие будет развиваться не в ту сторону. Да, то есть он будет или расти эгоцентричным более, да, то есть, или считать, что за него могут сделать. И, то, соответственно, не сможет стать самостоятельным. Вот эти рамки, ограничения, правила, которые вводят родители, это необходимая норма жизни. Потому что, опять же, да, что будет с ребенком дальше? Да, и, например, в знаменитых сказках, да, посмотрите, вот там Золушка, да, ее сестры, которые не имели никаких заданий и задач, как говорится, росли как-то некрасивыми, да, а про Золушку говорится, и становилась она краше и краше, да. Хотя вроде бы как бы есть образ мачехи, которая жесткой матери. Так вот на самом деле в психологии считается, что с 7 лет у ребенка появляется образ, да, вот такой вот жесткой матери. Это мачеха, в принципе, прообраз любой мамы. Ребенок начинает видеть в маме такую вот ограничивающую фигуру, и это реально жизни. Если он не ее этого не увидит, мать останется такой доброй, опекающей до 7 лет, то, соответственно, он вырастет такой, как эти вот девушки из Золушки, да, беспомощными, неспособными что-то делать в жизни, чего-то достигать, двигаться вперед. Вот, поэтому некоторые вот ограничения, они необходимы. Это я успокою родителей, как это необходимая часть нашей жизни. Единственное, как эти ограничения вводятся, да, то есть если мы пытаемся что-то новое ввести ребенку или требуем от него, да, чего-то хотим рассказать, то это очень важно, что для ребенка любое ограничение – это нарушение его границ, как бы психологических, вот как будто у него остров, и вдруг на остров ему накидали туда, на, делай вот это, на вот это, а он сидит и не готов, он просто не знает этого, это как что-то новое. Согласитесь, с ограничениями и мы встречаемся с неким противоречием. Если нам, мы говорим, например, принесите нам то-то или то-то, нам говорят нет. Ну первое, да, чувство такого холодка, да, то есть нет, у вас есть ограничения на это, нет. Вы просите повышение зарплаты, нет. Холодок, да? То же самое и ребенок. Он воспринимает первая его эмоция, будто агрессия и недовольство, или там может быть какого-то такого, да, сопротивления. То есть это нормальная реакция. И здесь очень важно, когда ограничения вводятся, понимать, что это нормально, да? И второе, что злость, чувства вот такие, вот все любые плохие чувства, грусть, это все те чувства, которые есть нормальными. У них нет ничего плохого. И ребенку давать этот посыл. Ты знаешь, это нормально в этой ситуации, наверное, позлиться и погрустить. Кстати, замечу, что в принципе, у ребенка за любым чувством злости всегда стоит чувство грусти. Это вот та база боли, потому что на самом деле он встречается с чем-то для себя новым и тяжелым, может быть, потому что он этого раньше не делал. И поэтому, да, чем мягче мы вводим какие-то ограничения в жизни, да, вот предупреждая, например, скоро у тебя появится новое правило. Конечно, и все не любят, но что поделать, давай мы о нем поговорим. Подготовили. У ребенка часть агрессии первой, потому что что-то появится, недовольство будет уже как-то интегрироваться, перевариваться. Проходит время, вы ему говорите. Ну вот наступила у нас тема для разговора, давай поговорим. В то же время, а родители как делают, да, вот они говорят, так, сейчас ты будешь делать вот это. От, щодо цього, я читала в інтернеті, що британські вчені разом з психологом типові фрази з'ясували, які ніколи не можна казати дитині, але ми, на жаль, кажемо. Наприклад, так, він каже, чому моя мати це робити? Бо я так сказала, всі діти як діти, ти в мене якийсь не такий. От оці такі фрази не можна, да, казати. Так, це називається фрази обесценивания. Тобто ви говорите про ребенка, що він не такий. Тобто заходите на його остров, да, который у него там его собственный, говорить, это дерево с гнилыми яблоками, это еще что-то мне не нравится. Это, естественно, ваше пространство нарушают, говорят про него, что оно плохое, это будет вызывать агрессию. Обесценивание, критика, которая неконструктивная, она всегда будет восприниматься агрессивно. Поэтому, если уже и заходим на эту территорию, да, ребенка, ты не то, что ты такой, все нормально, все хорошо, разграничиваем, даже если он злится, да, ребенок, нормально позлиться, но что стоит, какая задача стоит перед тобой, вот это мы
обсуждаем. И вот действительно хорошо в комментариях говорили про то, что с детьми очень здорово все обсуждать, они готовы все слушать нормальным тоном, нормальными интонациями, да, но готовиться нужно к тому, что когда и ребенок учится ходить, он падает, тогда и ваш ребенок также не будет все моментально делать все идеально. Так, так, ще дуже коротенько, якщо ви стали свідком такої агресії, як ми могли бачити, безумовно, це викликати поліцію, дзвонити на гарячу лінію, номера ми можемо вам показати згодом. А взагалі, що нам робити свідкам? Чи підходити якось заспокоювати батьків? От що робити нам? Да, вот здесь такая сложная ситуация, здесь идет рост. Сначала все молчат, проходят мимо, а потом кто-то начинает кричать на такого родителя, кто-то снимает на камеру. Но на самом деле, конечно, происходит агрессия и насилие над ребенком. Да? В первую очередь, ну это такая вот рекомендация, это все-таки сказать родителю, можете остановиться. И если хотите, я могу помочь, например, сейчас, так, если вам нужна помощь, да. То есть не, опять же, с назиданием, да кто вы такой, что вы за родитель, что вы такое тут делаете, да, потому что это сразу будет еще больше агрессию принято. Вот, но что остановить это поведение обязательно нужно. И тогда ребенок также очень важный опыт получает в жизни, потому что вот как раз жертвы насилия, дети в семье страдают от того, что никто не дает им поддержки. И, соответственно, никто не ставит границы этим родителям. А когда на улице есть такое замечание, да, остановитесь. Если вам сейчас тяжело с ним общаться, могу вам помочь. Я могу поговорить вам, да, то есть, ну, какую-то оказать помощь. Если вы знаете, что это так не делается, да, что так нельзя вот бить прямо на улице. Мы часто это видим, как бьют. Да, то есть остановиться. Або свариться. Вот такая фраза, как остановитесь можно по-другому, это вот такая вот, да, фраза, которая может быть все-таки воспринята, потому что это как желание помощи, а не желание еще раз наказать, потому что, по сути, тот родитель, который кричит, который вот не знает, что делать, на самом беспомощный, на кого похож в первую очередь? Тоже на ребенка. И это два ребенка. Беспорадную дитину. Беспорадную дитину, да. Это два ребенка, которые также нуждаются сейчас в помощи. Понятно, что первое чувство у нас обвинение. Но если мы зайдем с этим, мы не поможем ни ребенку, ни родителю. Анна, дякуємо вам. Отож, підрозумовуючи нашу розмову, треба стримувати себе як? Не кричати, тому що от ви на паузі казали, що агресія – це потяг. Якщо ти її вже запустив, її не відпустиш. Це легкий спосіб отримати те, що ти хочеш. Так, отож, вчимося розмовляти з нашими дітьми і не боїмося, що від цього вони будуть розбалувані. Анна Демір-Палат, психолог, була у нас в гостях.